Меня зовут Леша, я участник команды 665. Привет, я Миша из команды 665. Мы занимаемся уличными практиками, в основном рисованием. Рисованием на стенах и на компьютере. Делаем это для детей и бомжей. Это мы как-то так для себя определили целевую аудиторию. Друзей. И друзей, да. В основном мы работаем в уличном пространстве, то есть пространство закрытое, галерейное там, да, или какое-то лофтовое, можно сказать. То есть нас меньше интересует, но хотя бывают моменты, мы и там работаем. Ну а так бетон, железо, пенопласт, ролеты, что еще? Ну, что-то еще, в общем. На всех. Это другое, это Леха рассказывает. Бумага еще тоже. На бумаге тоже мы работаем. То есть иногда мы делаем книжки. Ну, если вы хотите увидеть наши работы, то вам надо закрывать нос, как правило. Вот, потому что это в самых заброшенных, неприятных, иногда страшных местах находятся эти работы. Это такая периферия, то есть это пространство между законом и незаконом. Пограничное состояние, понимаете, пограничит.